Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы обратим внимание на систему, которая называется Sonic Air. Несмотря на такое мультяшное название, система, стратегия очень и очень интересная, частично даже необычная в какой-то мере. Впервые она появилась около 3 лет назад на форуме Forex Factory. Это самое большое, самое значительное Форекс-сообщество в мире. И один из лучших, соответственно, форумов по Форексу. Да не один из лучших, а действительно лучший форум по Форексу в англоязычном сегменте. С тех пор, как стратегия впервые появилась, много было произведено значительных изменений в ней. Изначально использовалось большое количество осцилляторов в дополнение к сигналам. Позже все было, многое было скорее исключено, и что-то заменялось. В итоге осталось очень мало от того, что было в начале. Осталась основная идея, а осцилляторы были заменены на более простой подход. Ну, на самом деле, вообще, если в вашей стратегии много индикаторов, это еще не значит, что она будет прибыльная. Многие думают, что большое количество фильтров улучшит входы. Чем больше индикаторов они добавляют, тем лучше будет вход, точнее, но это не так. По крайней мере, на Форексе. Если сравнивать с музыкой, Майлз Дэвис, очень известный джазовый трубач, всегда говорил, что я, когда слушаю свою музыку, я думаю, что из нее можно убрать, а не что добавить. Вот то же самое и с системами для торговли на Форекс. Зачастую стоит не добавлять какие-то дополнительные индикаторы, а наоборот, что-то убрать, упростить подход, потому что индикаторы следуют за ценой, но ни в коем случае не дают прогнозов каких-то суперточных. Прежде всего, балом правит цена. Индикаторы только следуют за ней и на основе цены выводят какие-то свои данные. Вообще, любой индикатор, стоит упомянуть, это графически выраженная функция на функция цены за определенный период промежуток. Ничего более. Я думаю, в школе все приходили, что такое функция графически выраженная. Вот точно так же и любой индикатор. У любого индикатора есть только данные цены. Больше, как бы, он не может, индикатор, найти где-то еще какие-то дополнительные данные. У всех индикаторов одинаковые исходные данные. Цена, ну и еще и некоторые индикаторы используют объемы. И все. Больше у них данных нет. Цена и то, как она изменялась за определенный промежуток времени. Поэтому, вот как и в этой стратегии, иногда лучше стоит что-то убрать из вашей системы, а не добавлять в нее. Ветка на Forex Factory очень большая, и поэтому мы обратим внимание именно на главное, на саму систему, на ее правила, как ей пользоваться, зачем и почему. Вообще, ну давайте вначале, как всегда, начнем с установки, копирования индикаторов и шаблонов. Открываем архив, который идет в комплекте, копируем папки Experts и Templates в папку с нашим терминалом MetaTrader 4. Как всегда, тут согласитесь на замену. Совсем согласитесь на замену файлов и так далее. И после этого переходим в терминал. Открываем график одной из основных валютных пар. Стратегия предназначена для основных валютных пар, в экзотику лезть не стоит. То выбираем набор символов, Forex, либо Forex All. Forex All, если вы хотите на большее количество пар торговать. И открываем график любой валютной пары, допустим, евро-доллар. Таймфрейм для этой стратегии используется M15 на всех валютных парах. То есть торговать будем на 15-минутных графиках. Правая кнопка мыши, шаблон, и мы видим два шаблона: Sonic Air Black и Sonic Air White, то есть белый
и черный. Шаблон для темных графиков, вот если вы хотите, чтобы у вас был фон темный, вот как по умолчанию идет. И шаблон для белых графиков. Ну, мне вот удобнее белые использовать графики. Вы можете использовать черные, это на ваше усмотрение, кому что удобнее. И вот получаем вот такую картинку. Все можно увеличить, чтобы было лучше видно. Давайте разберем, что у нас здесь мы видим. Прежде всего, это скользящая средняя с периодом 89. Вот она, фиолетовая. И еще набор скользящих средних с периодом 34. Вот такой вот, похожий на дракона, как они его называют в ветке на Forex Factory. Набор из нескольких скользящих средних, которые идут вплотную с ценой. И нами будут использоваться для нахождения точек входа. Также здесь вы видите вот такую сеточку, она отображает у нас начало дня, начало лондонской сессии, начало американской, нью-йоркской сессии, конец лондонской сессии, ну и конец дня, соответственно. Каждый день она перерисовывается заново, вот эта сеточка. И также здесь мы можем увидеть уровни, вот такими полупрозрачными линиями отображены, через каждые 25 пунктов цены. Они отображаются вот 1.43.25, 1.43 ровно, 1.42.75, 1.42.50 и так далее. Это нам будут использоваться, эти уровни ценовые, как потенциальные точки взятия прибыли. Потому что, я думаю, многие уже знают, многие замечали, что когда цена касается каких-то круглых значений, 1.42.50, 1.43, 1.44, то часто после этого происходит какой-то откат, коррекция текущего тренда. По насчет уровней с 25, 1.43.25, 1.43.75, то есть вот этих четвертинок, я не уверен, что их стоит принимать во внимание. И стоит сосредоточиться только на именно круглых 43.50, 44, 44.50, 45. И так далее, именно более круглые значения. А также здесь мы видим линии пивотов. Вот у нас красненькая такая и желтенькая. Это потенциальные точки разворота на основании дневных графиков. И вот такие границы диапазона дневного. Что тоже немаловажно, так как после этих, на этих уровнях чаще всего происходит. Возможно, эти уровни нами также будут использоваться в качестве потенциальных точек взятия прибыли. Но с прибылью подождем. Вначале нужно разобраться с правилами того, как мы будем входить, когда и почему. Стоит торговать по этой стратегии, возможен вход только с момента сначала закрытия лондонской сессии и до конца лондонской сессии. Выход может быть намного позже, потому что позиции иногда держатся довольно долго, если точка взятия прибыли находится далеко. А точка входа, то возможно открытие позиции только с открытия и до закрытия лондонской сессии. Если возникает какой-то сигнал после закрытия лондонской сессии, мы его просто игнорируем. В чем суть стратегии? Мы торгуем в основном по price action. Основной триггер для входа в систему. Мы ищем, точнее пытаемся взять выгоду на тех моментах, когда на 4-часовых и дневных графиках формируются пин-бары. Ну, то есть вот такие свечи с большими хвостами в какую-то одну сторону. Там, вот, допустим, как вот это, но это M15, это я вам пример свечи именно привожу. Вот, потому что на таких вот свечах с большими хвостами, что мы пытаемся найти момент, когда сформировался этот хвост, как бы, потому что, как правило, после этого хвоста формирование начинается, движение в противоположную хвосту сторону. И мы пытаемся взять выгоду от этого
последующего движения. Но, так глядя на графики H4, это затруднительно войти где-то на середине свечи именно в тот момент или на дневных графиках. Поэтому мы используем M15 как более для точного хода и выхода. Потому что движение, ну, оно может продлиться всего там каких-то 4 часа, одну свечу, если на 4-часовых графиках, а дальше просто закончится. В начале лондонской сессии мы будем искать условия для входа. Вначале давайте настроим лондонские индикаторы, которые, чтобы у нас все отображалось правильно. Отображалась правильно линия начала лондонской сессии и, соответственно, закрытие ее же. Для этого заходим в список индикаторов, выбираем Sonic Air Chart Panel. White, ну это у нас если для белой, для белого шалона, для черного он будет называться Black в скобках. Здесь огромное количество настроек, в принципе все они интуитивно понятны, ну если ничего менять не стоит, можете только на свое усмотрение попробовать, посмотреть что изменяется и соответственно менять. Нам стоит здесь выставить время. Время, насколько наш время нашего брокера отличается от времени по Гринвичу. Доходим параметр сервер GMT Offset. Это именно будет наш GMT Offset. Как его определить? Я очень много раз это разбирал и в видео, и в... в печатном виде, поэтому просто заходите на мой сайт tradelegapro.ru, вбиваем в окошко поиска GMT offset, жмем Enter, и у нас появляются способы настройки GMT offset. Вот есть легкий способ с помощью индикатора. Он вам автоматически выдаст значение, там все расписано. И есть более ручной способ без индикатора, как выставить правильно GMT offset. Все расписано с картинками. Заходите, смотрите и узнавайте, какой GMT offset у вашего брокера. У Alpari в период действия летнего времени GMT offset равен 3. Мы его выставим 3, потому что у нас терминал от Alpari. Далее есть настройки времени, настройки перехода на летнее время, когда ваш брокер переходит на летнее время. Так, находим, какое наш брокер использует время, методику перехода на летнее время по американскому времени, по европейскому, по австралийскому стандарту или по Новой Зеландии. Ну, сервера Alpari расположены в Новой Зеландии, поэтому мы ставим 4, что соответствует Новой Зеландии. Вам лучше спросить у вашего брокера, какой именно, когда они переходят на летнее время, на летнее и на зимнее время, и выставить в соответствии с этим, с полученными данными значениями. Для Alpari ставим 4, что соответствует Новой Зеландии. Жмем ОК. Также стоит упомянуть, что забыл сказать, есть еще дополнительный индикатор, который показывает заголовки новостей, которые будут. Если что-то серьезное, вы будете знать, и то, что сейчас будут какие-то новости, возможно, резкие движения, соответственно, стоит, может быть, где-то раньше взять прибыль, пока она есть, потому что на резких движениях на новостях, возможно, и какие-то противоположные вашей позиции может резко пойти цена, и, соответственно, вы потеряете прибыль. Нажимаем свойства. Здесь отключить банковские праздники, новости с небольшим влиянием. Можно их отключить, показывать. А также
можно включить, чтобы показывались новости для дополнительных валют. Вот. По умолчанию этот индикатор будет показывать только новости, вот, допустим, висит у нас на евро-долларе, он будет показывать новости, которые влияют на евро и на доллар, а на другие валюты не лезет. Если вам с какой-то причине неинтересны новости для других валют, можно отключить их отображение. Но если мы просто повесим этот индикатор на пару доллар-иена, то он будет показывать для доллара и для иены, соответственно. Вот больше, кроме этого, ничего настраивать не нужно. А также есть панель часов, вот вы видите. Такая информационная, показывает время во многих городах. Можно включить и московское время. Тут вот есть показ времени по Гринвичу. Можно включить показ времени в Лондоне, в Бразилии, Нью-Йорке и так далее. Все это можно включить и отключить. True, false, как обычно, включить и отключить. Так, с индикаторами разобрались. Теперь давайте разберем условия входа. После того, как мы настроили индикаторы, индикатор, показывает, который показывает чарт-панел, который показывает нам, когда начинается и заканчивается лондонская сессия, что нас прежде всего интересует. Вот вы видите, LO, то есть London Open, и LC, то есть London Close. Что нас интересует до вот этих уровней. Каждый день они перерисовываются, это с началом нового дня. Вот эта вся сеточка нарисуется заново. Так, вот у нас по времени сервера это происходит открытие Лондона в 10.00. По московскому времени это будет 11.00. А как узнать, когда открывается и закрывается лондонская сессия именно по вашему времени, по времени вашего часового пояса, чтобы вы знали, когда вам следует начинать следить за графиками. Заходим на сайт forexmarkethours.com и видим вот такую вот табличку. Здесь выбираете свой часовой пояс, тут везде подписаны города, выбираете, где вы живете, и после этого жмете кнопку Go. Сравниваете, чтобы высветилось вот в зеленом прямоугольничке время такое же, как на вашем компьютере, такое же, как в вашем часовом поясе. Таким образом, как бы проверяем то, что... И видим, что вот такой вот зеленый прямоугольничек с надписью «Лондон», и он как раз накладывается на вот такую линейку с часами. То есть у нас, вот мы видим, что для московского времени открытие лондонской сессии начинается с 11 часов утра и до 19 часов. И в, точнее, да, уже 19 час захватывает до 20 часов вечера. То есть у нас английская сессия лондонская с 11 до 8 вечера. С 11 утра до 8 вечера продолжается. То есть где-то приблизительно за полчаса до начала, в 10.30 по московскому времени, в период летнего времени, который вроде как скоро отменят, мы должны уже быть у графиков и искать, смотреть, что у нас есть, какая ситуация, что с ней делать и как быть. Хорошо, разобрались с временем, я думаю, всем все понятно. За полчаса до начала лондонской сессии смотрим, какая у нас складывается ситуация. Так, я уже заранее отмечал интересные моменты на графиках, чтобы у вас видео не тянуть сильно кота за хвост. Итак, начинается за полчаса до начала лондонской сессии. Вот в 9.30 мы смотрим на график. Вот у нас последний день, вот, после которого записывалось видео. Мы смотрим на график, что мы ищем. Во-первых, мы смотрим, где находится сейчас цена. Если она находится ниже 89-й скользящей средней, вот этой нашей фиолетовой линии, то мы, скорее всего, будем искать сигналы на покупку. Скорее всего. То есть стоит быть готовым именно на покупку. Продавать мы вряд ли будем. Потому что, как я уже говорил, мы
используем пин-бары, свечи с большими хвостами, которые формируются на H4 и дневных графиках, хотя на них мы даже не смотрим. Мы пытаемся найти вход именно на M15 на основе вот такого паттерна на H4, вот такого с большими хвостами свечей. Для покупок у нас должно быть формироваться узор такой волны. Должен быть минимум, новый локальный максимум, затем новый минимум, но этот минимум выше предыдущего минимума нашего первого. После этого мы ждем, когда пробьется канал из вот этих наших, вот этого нашего дракона. И чуть выше свечи, которая пробила этот драконий канал, мы выставляем отложенный ордер на вход в позицию. И обязательно этот отложенный ордер должен быть выше. Когда сейчас средний 89, вот это фиолетовый. Выше для покупок и ниже, ну, соответственно, для продаж. То есть для покупок правило должно быть минимум, локальный максимум, новый минимум, но выше предыдущего минимума. Затем пробитие верхней линии драконьего канала, вот этого нашего, посередине которого идет, и чуть выше свечи, которая пробила, мы выставляем отложенный ордер на вход. Такие общие правила. Может быть, это выглядит легко, но на самом деле определять вот эти точки минимумов и максимумов без практики не так-то просто. Мы сейчас с вами это еще все рассмотрим. После того, как мы вошли в позицию, вот где-то вот здесь мы вошли, выставляем стоп-лосс пунктов на 7-8 где-то ниже нашего вот этого второго минимума, то есть где-то вот здесь, на случай, если цена вдруг надумает вернуться и нарисовать какое-то двойное дно или протестировать таким образом какой-то уровень вот этого нашего минимума, потому что бывает часто такое, что цена возвращается и вот отскакивает и снова идет вверх. А так как мы разместили наш стоп пунктов на 8 ниже где-то вот здесь, то мы не, нас не затронут. Давайте поставим линию, где мы будем входить, точку. Где-то вот здесь красная галочка. Пусть будет. После того, как мы вошли в позицию, мы определяем, мы выставили стоп-лосс где-то вот здесь. Мы определяем цели. Что можно? Можно использовать для цели. Ну, вообще, мы для цели будем использовать вот все то, что у нас есть уже на графике, все вот эти вот линии. Смотрим на ближайшую. Если она не так, что прям совсем близко, потому что если там расстояние от ближайшего из наших уровней, которые отображаются на графике, совсем маленькое, там буквально 5-10 пунктов, то стоит взять следующий уровень как потенциальную цель. Вот смотрим, у нас до ближайшего уровня 20 пунктов вполне нормально, даже больше 24-25 примерно. Вполне нормально, значит, берем вот эту вот нашу светло-прозрачную, светло-коричневую линию в качестве цели нашей первой. Выставляем цикрофитные уровни, вот у нас где-то 25 пунктов, благополучно они были взяты. Теперь мы ждем возможности повторного входа. Напоминаю, что до конца лондонской сессии мы можем входить заново. Но уже возьмем следующий уровень как качество нашей цели. Итак, мы ждем, когда цена вновь вернется, войдет в канал дракона, вот этот наш, и вновь из него вырвется. На цене, вот мы ждем. Прошла свеча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот прошли после взятия нашей прибыли. Тут
Ага, вот сразу почти пошла цена в канал вошла снова в драконий и начала из него выходить уже следующей свечой. Чуть выше нее мы опять же ставим отложенный ордер. Опять мы здесь вошли. И теперь наша цель уже следующий уровень, которым отображается на нашем графике. Вот 1.42 в данном случае. Вот мы, соответственно, берем еще 50 пунктов примерно. После этого мы опять же ждем. Ждем возвращения цены в драконий канал и последующий выход из нее. Вот как здесь опять же она вышла. Мы опять ставим отложенный ордер чуть выше закрытия свечи нашей, которая пробила вверх из канала вновь. То есть тренд продолжается. И ставим следующую цель уже. Будет следующая цель. Вот этот наш либо Ранч Хай, все-таки коричневое, либо красная линия. Тут они почти рядом, это незначительно как убрать. Вот, допустим, Ранч Хай поближе мы взяли цену. И еще дополнительно 60 пунктов мы взяли. И вот опять же, но уже на закрытии лондонской сессии цена вновь вернулась и выскочила из драконьего канала. Тут уже на самом закрытии лондонской сессии, в принципе, можно взять, а можно было и не взять. Ну, давайте, допустим, мы взяли. Опять же, ставим на пару пунктов выше закрытия свечи отложенный ордер. Тут он у нас сработал. И следующая цель у нас не красная, а вот или зеленая 42.50 или 42.75. Какую бы вы взяли. Допустим, взяли мы ближнюю зеленую. Вот чтобы. Вот мы заработали еще 50 пунктов. А можно. Вот эта вот линия с зеленой точечкой. Это линия цены. Линия бида. Она будет плясать. Это всего лишь цена, это никакой не уровень. Это именно отображается вместе с ценой. Просто для большей наглядности, где сейчас находится цена. На тройках чак-панель ее можно, в принципе, отключить, если вам она чем-то мешается. Можно каждый раз закрывать и открывать ордера, а можно открыть сразу несколько ордеров, один с какой-то большой, а остальные закрывать по частям и передвигать вступ в других ордерах. Допустим, сразу мы на точке входа открыли 4 ордера. Вот первый закрыли на этом уровне, второй на этом, третий на зеленом, там четвертый где-то здесь оставили. Но это для особо жадных, можно так сказать. Для также можно открыть какой-то один ордер и переносить все время стоп при достижении уровня какого-то одного, переносить его на предыдущий уровень или на два уровня и таким образом как бы стараться взять наибольшую прибыль одним ордером. Тут варианты несколько, вариантов этих несколько, уже можно как-то под себя подстраиваться. Но я рекомендую, мне кажется, наиболее удобно вот именно такое. Ждать возвращения в канал, потом снова в него выход, из него выход. И брать еще, открывать дополнительные новые позиции каждый раз. После того, как цена прошла где-то пункт, половину примерно расстояния до цели, до нашей, стоит передвинуть ее в безубыток. Ну, тут зависит от уровня риска, можете передвигать без убыток, то есть переносить стоп на уровень точки открытия, можете не делать этого, это уже зависит от вашего стиля торговли. Потому что, с одной стороны, если мы передвинем без убыток цену, то мы убережем себя от возможных потерь в случае разворота. Ну и мы останемся ни с чем, если цена после заденет наш стоп-лосс, перенесенный без убыток, и вновь развернется. Вот тут уже двоякая. Двоякая возможность. Можно переносить без убыток, можно нет. Ну, для большей безопасности, и когда цена прошла половину пути до цели, одной из целей, какая у вас сейчас в данный момент цель,
для позиции используется. Если цена прошла половину этого пути, то можно перенести уровень стопов без убыток. Для автоматического переноса позиции без убыток можно воспользоваться специальным советником, предназначенным для этих целей. Опять же, на сайте tradelocker.ru вбиваем в поиск автоменеджмент через черточку и находим вот заметка автоменеджмент позиций MetaTrader 4. Здесь среди прочих советников, предназначенных для автоматизации рутинных функций, есть советник e-moving in VL2, как бы улучшенная версия. Советник предназначен для перемещения стоп открытых позиций без убыток при достижении какого-то заданного уровня профита. Ну вот, точно так же вы можете открыть позицию, найти точку половины расстояния до цели, отчитать, сколько это будет пунктов в прибыли для вашей позиции, и включить этот советник. Он автоматически за вас принесет стоп лот с вашей позиции без убыток, когда достигнет этого значения, заданного вами в пунктах. Можете скачать советник, использовать его для автоматизации вот такой вот рутинной функции. Давайте разберем условия для продаж, а потом будем смотреть, как это все искать на практике, потому что на истории все видно хорошо, а на практике сложнее. Для продаж. Локальный минимум, новый, и новый локальный максимум, но ниже предыдущего максимума. Для покупок, для продаж цена должна быть, точка входа должна быть ниже скользящей средней 89, вот этой фиолетовой линии. Для покупок, напоминаю, точка входа должна быть обязательно выше. Я думаю, все понятно, и вот в данном примере видно прекрасно, что цена не раз достигала уровня. Вот она опять вошла в канал и вышла из канала. Вот здесь можно было войти заново. Вот. Ну, дальше продолжилось прямое движение, цена не возвращалась. Если вы открыли какой-то один ордер, и, как я уже говорил, переносит каждый раз стоп, стараясь взять большую прибыль, то вот в этом случае вы как бы в дамки вышли. А с тем, что я предлагал ранее, каждый раз закрывать и открывать ордера, вот здесь мы бы только всего два раза смогли бы всего два ордера открыть. Ну, это опять же, как я уже упоминал, разные методики открытия и управления позициями в данной стратегии. Это уже на усмотрение каждого отдельного трейдера. Это у нас условия для продаж. Теперь давайте посмотрим, как это все вообще смотреть, что делать, потому что когда я уже отметил, это все на графике понятно. А что делать, когда вот как на что смотреть, как быть, когда цена движется около правого края и ничего не видно. Ну вот давайте возьмем вот этот наш
пример. Красными линиями это я пометил начало лондонской сессии открытия. Вот у нас за полчаса открываем наш график и смотрим, что у нас есть. Вот вы открыли график за полчаса до начала лондонской сессии, и вот видите вот такую картину. Вот цена была где-то вверху, сейчас она находится ниже 89-й линии и ниже канала драконьего. То есть, скорее всего, как я говорил, будет потенциальный сигнал на покупку. Но не факт. Чаще всего это происходит, но не факт. Вот в данном случае у нас оказалось, что был сигнал на продажу. Мы смотрим, что мы видим на свечах. Так, ну, тут явно, даже если взять вот это как лоу, как локальный минимум, у нас не появилось нового локального хая, цена пошла еще ниже. У нас появился вот новый лоу. Вот мы видим, вот это наша сейчас текущая свеча. Вот мы видим лоу, локальный минимум. Мы говорим себе, окей, о, есть у нас локальный минимум. Отметьте его как-то, ну вот я отмечаю буковкой L. Отметьте как-то для себя, нажимаете буковку А в терминале, текст, и вы можете в любое место, вот так, нажать мышкой и вместо текст вписать какое-то любое свое, что хотите. Для примера АБВ. Вот вы здесь что-то написали для себя, написали, что локальный минимум похоже, какую-то заметку сделали на графике. Тут можно шрифт менять. И мы смотрим. У нас передвигается, вот появилась еще одна свеча. Открылась сессия. Вот мы видим, что появился новый локальный максимум. Мы для этого, до этого мы для себя отметили, что появился локальный минимум. А здесь отметим, что появился новый локальный максимум, цена пошла вниз. Смотрим чуть раньше, что у нас было еще, может быть было какое-то, может быть все-таки нам стоит, была ситуация, возможно была для открытия продаж. Смотрим мы примерно на 35 где-то свечей, дальше смотреть не стоит, оцениваем до начала сессии, перед лондонской сессией. И вот мы видим, что тут был до этого локальный хай. А это у нас появился максимум, но он ниже предыдущего максимума, который был здесь. А здесь был локальный минимум. А нашему правилу для входа на продажу соответствует хай, лоу, лоу и хай. То есть максимум, локальный минимум и новый локальный максимум, но ниже предыдущего максимума. Вот таким образом мы увидели, что, ага, у нас появился новый максимум, но ниже предыдущего максимума. И есть локальный минимум. То есть у нас сформировалось условие для продаж. Также эта свеча пробила наш драконий канал и с периодом 89. То есть все условия для продаж соблюдены. Мы можем входить. Мы ставим отложенный ордер чуть ниже закрытия свечи, которая пробила канал. И он исполняется. И здесь мы уже выставляем цели, как я раньше объяснял, и используем либо несколько ордеров, либо один, но долгий ордер. Либо входим и выходим, когда цена возвращается в канал. Вот здесь мы вот так мы вошли в продажу. Здесь предыдущие дни вот не было каких-то значительных сигналов. Вот давайте разберем, как это выглядело. Вот за полчаса до начала сессии вы смотрите, что было. Ага, вот у нас был локальный минимум, появился локальный максимум. Потом вот у нас началась ваша сессия, и вроде как появляется новый локальный минимум. Мы еще не знаем, свеча еще не появилась. Мы ждем еще одну свечу. Ага, вот у нас появился такой интересный момент. Свеча вроде как сделала новый локальный минимум, но
точки открытия и закрытия практически свечей практически совпадают с нашим предыдущим локальным меню. То есть это можно рассчитывать как сигнал, как двойное дно. Здесь у нас после минимума был локальный максимум, а потом вроде как был еще один минимум, но он не был выше нашего предыдущего минимума, что соответствует условию для покупок. Но с другой стороны нарисовалась фигура двойное дно. Я думаю, многие знают, что двойное дно это означает потенциальный сигнал к покупкам. И кроме этого, кроме двойного дна, есть довольно-таки длинный хвост у свечи. И свеча большая, она выше пробила, вернулась в канал, пробила канал и пробила 89-ю линию. Вот здесь можно вполне войти, используя то, что, хотя и позиция не по правилам системы, но есть фигура двойное дно, что тоже вполне соответствует бычьей модели, которую мы ищем. Потому что все остальные правила системы у нас сходятся. То есть после вот этой свечи длины мы ставим чуть выше ее закрытия отложенный ордер и входим в позицию. И вот мы видим, что у нас стоп-лосс ставим чуть ниже ее низшей точки пунктов на 8 на случай тестирования ценой этого уровня. И вот мы видим, что после этого цена и возвращалась к каналу, можно было еще и открыть и позиции, и точно взяла не один уровень, то есть мы были в профите. Но это вот такое исключение из правила, потому что не совсем соблюдались то система, но есть фигура двойное дно. Почему бы не войти? Фигура тоже бычья. Смотрим предыдущий день еще до этого. Вот у нас за полчаса до открытия лондонской сессии. Вот мы смотрим на предыдущие примерно 35 свечей. Что тут было? Итак, что мы видим? Вот у нас вот эта свеча сейчас на графике, мы ничего дальше не видим. Мы видим, что тут явно так обновляет минимумы. Цена находится под 89-е исходящее сцене, значит, скорее всего, если и будет какой-то сигнал, то на покупку. Ну и, возможно, на продажу, естественно, тоже. Но, скорее всего, если будет, то на покупку. Смотрим дальше. Ага, минимум обновился. Локальный. Опять обновился. Итак, мы видим локальный минимум у нас есть. Есть. Один локальный минимум есть. Далее смотрим. Ага, локальный хай. Можно так сказать, да. Вот у нас локальный минимум появился, максимум появился. И новый локальный минимум, но он выше предыдущего минимума нашего. То есть мы можем ждать вот сейчас после этого. Вот после. Пардон. После вот этого мы можем ждать, если сейчас свеча пробьет канал и мы сможем выставить точку отложенного ордера выше 89-й линии, то потенциальный вход на покупку. Смотрим, что происходит далее. Так, вроде бы вверх цена направляется, окей, мы ждем пробития верхней линии канала. До этого мы ничего не делаем. Вот цена снова куда-то вниз идет. Ага, и появляется новый минимум. Ниже предыдущих двух. То есть все, пока сигнал на покупку для нас отменяется. Но еще не закончена лондонская сессия, поэтому мы продолжаем следить. Итак, появилось пробитие верхней границы канала, но для нас это уже не интересует. Почему? Потому что у нас появился локальный минимум ниже предыдущих. А это не соответствует. Если бы он был выше, тогда да. Мы бы сейчас радовались и готовились войти в позицию. Выставляли отложенные ордера. Но нет, мы пока не входим. Нам нужен сейчас формирование локального максимума. Затем формирование нового минимума, но выше вот этого нашего предыдущего. И только после этого мы ждем пробития и будем какие-то действия принимать. Смотрим, что происходит дальше. 16.30 у нас еще не закончено.
лондонская сессия. И вот мы видим, что цена все-таки пробила и 89-ю линию, но мы не в деле, мы не выходим, сигнала нет. И возвращается, и куда-то что-то там стоит на месте, вот в каком-то идет вниз, но мы не вошли, потому что правила системы не были соблюдены. Наблюдаем, наблюдаем. Ага, и вот тут вот на вот этой вот свече наша лондонская сессия закончилась, сигналов по евро-доллару не было. Ну и шут с ним, ждем следующего дня. Вот тут он нам принес много, мы уже разбирали. Но так как вы, может показаться, что вот, о, я целый день просижу, нет сигналов, что это за чепуха. Вы можете следить за большим количеством пар. Вот их тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 14 пар. На какой-то из них в любом случае будет сигнал. А уже после этого мы можем взять, сами видели, не одну сотню пунктов зачастую. То есть поживиться есть чем. Давайте еще разберем на паре фунт. Фунт-доллар. Несколько сигналов найдем. Здесь мы это обозначили. Лоу. Цена на М15 находится явно ниже 89, то есть мы ищем сигнал на, скорее всего, на покупку. И вот мы видим, произошло. Тут пока нету явного, вот у нас был здесь локальный максимум, можно было отметить, и локальный минимум. Новых каких-то ночных точек на 15 не появилось. И вот мы видим, цена начала пробить 89 линии и от нее отскочила, развернулась. Ждем, что будет после этой свечи. После этой свечи появился доджи, что показало нам, что это нового максимума у этой свечи, у следующей не последовало, значит, вот это у нас локальный максимум. Ставим буковку H. Можно поставить. Это был локальный минимум. Значит, теперь мы для формирования полного сигнала на покупку будем ждать локального максимума, минимума, который будет выше, чем наш вот этот вот минимум, который мы до этого нашли, ближайший. Ждем, что будет после этого доджа. Ага, вот у нас цена пробила и канал, не пошла ниже, то есть мы теперь можем сказать, что вот этот доджи, вот этот хвост его, это у нас второй локальный минимум, который выше нашего предыдущего локального минимума. Цена пробила канал, и мы ставим отложенный ордер выше 89 линии, скользящей средней, на несколько пунктов. И ждем, что дальше происходит. Так, цена стоп-лосс, напоминаю, мы ставим чуть ниже пунктов на 7-8 второго локального минимума. Это для покупок. Так, вот у нас следующий столбик, что-то непонятное вниз. Ждем. Стоп-лосс не был задет, тут еще далеко. Цена вновь идет вверх. Для цели первой мы берем, вот у нас тут было 14 пунктов, маловато. Хотя не, можно взять вполне. Как я уже говорил, если бы меньше 10 пунктов, тогда и да. А вот 14 пунктов вполне можно взять. Вот у нас уровень 1.63. Да, круглое число, да. Это в любом случае надо брать, рассчитывать на на то, что от круглого числа вполне может отскочить цена. Поэтому на 1.63 вот мы установили наш стейк профита. Тут около 15 пунктов потенциальной прибыли. Итак, цена взяла его. Потом развернулась. Возвращается в канал. Теперь мы можем открыть второй ордер. Как только цена вновь пробьет канал вверх. Смотрим, ждем до конца еще много лондонской сессии. И вот цена вновь пробила канал, пробила и нашу линию 89. Открываем здесь парой пунктов выше. Оставим отложенный ордер, закрытие свечи. И теперь наша следующая цель уже будет следующий уровень, вот этот вот желтенький. Точка пивота. Ждем, что происходит. Цена вот что-то пошла вверх, вниз. А стоп-лосс стоит ставить на чуть ниже локального минимума. Пардон. Ну вот в данном случае вот этот вот.
Итак, вот мы видим, что происходило. Цена вот вроде как начала возвращаться снова вверх. И хвостом наш уровень был взят. Все, мы вышли из позиции. Отлично. Ждем возвращения цены в канал. Вот это снова произошло. Снова выход. Ставим снова отложенный ордер на пару пунктов выше свечи, которая пробила канал вверх, продолжила тренд. И наша следующая цель будет либо вот эта линия, уровень 63.25, либо можно нацелиться на зеленую линию 63.50. Тут уже зависит от жадности. Я бы нацелился на зеленую, потому что расстояние между желтой и светло-коричневой линией всего лишь 8 пунктов. Это слишком мало для нового максимума. Так что нацелились, допустим, мы на зеленую линию ждем. И вот хвостом она, этой свечи, она была благополучная, цель взята. Вот даже вышел, пошла линия, ну тут уже... Кто-то, если открывает один ордер и все время передвигает стоп, он бы был бы тут в дамках. Взял бы наивысшую точку и после этого уже вышел из позиции. Ну, а дальше у нас лондонская сессия кончилась благополучно. И все. На этом день закончился. Давайте рассмотрим еще предыдущий день. Вот у нас за полчаса до открытия сессии. Так, вот здесь. А что мы видим? Вот у нас наша текущая свеча. Вот мы смотрим на график. Что мы видим? Мы видим, вот тут был локальный максимум. После него появился новый локальный минимум. Ставим, вот здесь отмечаем, что это локальный минимум. Ждем дальше. Смотрим, что появляется следующая свеча. Цена находится ниже 89 линии, поэтому, скорее всего, мы будем ждать сигнала на покупку. Но, может быть, и нет. Нужно все равно оставаться внимательным. Здесь смотрите, что локальный минимум. Далее. Появился локальный максимум. Отметили где-то для себя. Далее появляется новый локальный минимум. Но он ниже нашего предыдущего локального минимума, поэтому вот этот вот мы уже можем для себя забыть. Все, у нас есть новый локальный минимум. Смотрим, что происходит со мной. Итак, вот вроде бы появился локальный максимум новый. Если сейчас появится локальный минимум, а потом цена пробьет канал и линию 89, то мы будем готовы ходить на покупку. Смотрим, что у нас происходит. И цена идет ниже. Ага, и вот у нас обновился локальный минимум. То есть не появилось локального минимума выше предыдущего. Мы по-прежнему ждем. Вот здесь можете для себя, вот вы видели новый локальный максимум. Отмечаем его как локальный максимум, какой-то буковкой или словом, что хотите. Локальный минимум продолжает обновляться, мы следим за графиком. Ага, для себя отметили, вот у нас был high, а здесь отметили low. То есть локальный минимум, для себя поставили какую-то буковку. Ждем, что будет дальше. Так, если сейчас цена нарисует нам новый локальный максимум, но ниже вот этого, то сформируются условия для продажи. Далее будем ждать пробития нижнего канала драконьего и ставить отложенные ордера. Смотрим на цену. Лондонская сессия все еще продолжается, мы еще в деле. Смотрим, что происходит. Итак, вот у нас появился новый локальный минимум, вот после этой свечи. Мы можем это сказать, что цена вновь пошла вниз. И появился новый локальный минимум. Мы его отмечаем. У нас сформировались условия для продаж. Теперь, как только свеча пробьет, вот это сразу у нас появилось, нижний канал, цена ниже 89 линии и пробила нижний канал. Теперь ставим отложенный ордер где-то вот здесь, на пару пунктов ниже закрытия свечи, которая пробила канал, и ждем, что будет.
Ну вот тут мы видим, что множество уровней были благополучно взяты, были возможности и взять и больше прибыль, если вы используете один ордер и все время переносите стоп со временем, как только цена достигает уровня. И еще один день для возьмем для реформы. Смотрим за полчаса до открытия лондонской сессии. Что у нас было? Мы просматриваем, как я уже напоминал, 35 пунктов предыдущие. Приблизительно. 35, извиняюсь, не пунктов, а свечей. Что происходило? Вот мы видим. Ну тут я, конечно, уже отметил. Цена находит на ходе. Мы видим, что за полчаса до открытия рынка цена находится ниже. До открытия лондонской сессии цена находится ниже 89-й линии. То есть, скорее всего, мы будем искать сигнал на покупку. Мы смотрим, что тут было раньше. Мы видим, что был локальный минимум, был локальный максимум. А до этого был более глубокий лоу, более глубокий минимум. А новый, второй наш минимум выше не него. И вновь и формировался до этого еще и локальный максимум. То есть у нас есть минимум, локальный максимум и новый локальный минимум, но он выше предыдущего минимума. Поэтому есть условия для покупки. И как только цена войдет, пробьет канал и мы сможем выставить отложенный ордер выше 89-й линии, мы можем входить в позицию. Но напоминаю, что до начала лондонской сессии мы не входим. Поэтому вот за час, вот было тут пробитие, мы его игнорируем. Мы смотрим, что будет дальше. Вот цена развернулась куда-то, снова пошла вниз. А вот тут уже пробило на открытии лондонской сессии. И мы ставим ордер отложенный чуть выше и ждем, что было дальше. Ну вот цена благополучно взяла кучу уровней, возвращалась. Ну тут не совсем возвращалась, но в любом случае take profit был бы взят, как минимум один. Вот так. Может показаться, что по системе все это легко, но еще раз говорю, это не так просто определять на глаз, когда нету ничего дальше правого угла графика, вот правого конца графика, когда еще нет свечей, которые образовались далее, не всегда легко определять вот эти точки локальных минимумов, максимумов. Но все приходит с опытом. На этом все. Надеюсь, что не сильно вас загрузил в этот раз. На самом деле все не так сложно, как кажется, но и не так просто. Немного опыта, немного самому покрутить, повертеть, и вы разберетесь в этой стратегии. Видео записано специально для сайта tradelegapro.ru. До свидания.